Кумертау с рабочим визитом посетил главный судебный пристав по республике Башкортостан Зариф Байгускаров. Чиновник проехал по городу, посетил несколько объектов и пообщался с некоторыми горожанами. Основная деятельность Зарифа Байгускарова – контроль и координация работы республиканских приставов. Накануне ведомство подвело итоги служебной деятельности. В общем, было взыскано всего более 5 миллиардов рублей денежных средств в пользу, вот, в том числе, алименты, это заработная плата, это налоги, это возмещение причиненного, запрещенного ущерба и так далее. Перечень мер, которые приставы могут применять к должникам, достаточно широк и продолжает расти. Сейчас в довесок к другим мерам воздействия, например, должников по алиментам, лишают водительских прав. Мера показала свою эффективность, принесла неплохие результаты, отмечают в ведомстве. Эта мера работает. Она работает, в первую очередь, конечно, в отношении лиц, которые не хотят содержать своих детей. И только вот путем этой меры было взыскано более 7 миллионов рублей денежных средств должников. Причем есть разовые платежи в пользу своих же опять детей недобросовестными родителями. Там 250 тысяч, там 150 тысяч там, и так далее. Вот, то есть такие суммы все-таки люди деньги находят, когда им у них ограничивает пользование автотранспортом. Еще одной не менее действенной мерой считают ограничение выезда за границу, а сейчас почти 25 тысяч жителей Башкортостана остаются невыездными, а взыскано таким способом порядка 132 миллионов рублей. В первую очередь запрещают выезд тем, кто имеет большие долги по налогам или алиментам. На особом контроле у приставов остается и взыскание с работодателей невыплаченной заработной платы. Первые полгода текущего года почти в отношении 7 тысяч работников было взыскано всего 132 миллиона рублей денежных средств. То есть вот такая сумма была взыскана в пользу работников. Если вот эта сумма, можно быть, количество работников умножить на 3, потому что у каждого есть семья, которые ждут эту заработную плату. Что касается ближайших перспектив в деятельности судебных приставов, то сейчас решается вопрос о наделении службы полномочиями контроля коллекторов. Напомним, действия последних теперь регламентирует соответствующий закон. Он вступил в силу 3 июля текущего года. Теперь коллекторы могут звонить должнику не более 8 раз в месяц. Им запрещено угрожать, причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление.